Администрация района проводит мероприятие по комплексной глубокой очистке надземного и пешеходного перехода, в рамках которой будут выполнены следующие виды работ. Это очистка стен от объявлений граффити, мойка всех поверхностей данного надземного пешеходного перехода, а также влажный убор. Также к этим мероприятиям мы приурочили выполнение работ по дезинфекции данного надземного пешеходного перехода, так как он является местом массового пользования жителей города Нижнего Новгорода. На объекте работают сразу две бригады. Одна бригада выполняет непосредственно уборку, а другая бригада проводит дезинфекцию поверхностей. Сейчас проводится уборка тоннеля, сейчас проводится механическая обработка в плане прометания, также идет удаление надписей и незаконной рекламы. После этого будет проводиться влажная уборка тоннеля, а также обработка химсоставом в рамках борьбы с коронавирусом. Чтобы чисто было, чего-нибудь. Даже если нет коронавируса, все равно, чтобы чисто было, нужно мыть в любом случае. В мэрии обращают внимание, что наряду с принятыми мерами нижегородцам важно не пренебрегать правилами личной гигиены. Кроме того, в администрации Нижнего Новгорода напоминают, что в городе по-прежнему действует режим самоизоляции. Разрешение на выход из дома по важным делам или на работу можно оформить на сайте nndfiscard.ru.